22 августа глава администрации Борис Беляев совершил рабочий визит в недавно отремонтированные детские сады города Кумертау. Борис Владимирович ознакомился с текущим ремонтом в детских садах «Березка», «Красная шапочка», «Золотая рыбка» и «Ромашка». Вы же там поменяли? Ну вот мы только что проходили. В непоседах? Ну, наверное. В непоседах окна не меняли. Вот там в такой же, в раздевалке. Мы поменяли окна в раздевалке. Да, только что заходили. Там прохладно, говорите. Тут тоже он прохладно в раздевалке. Там они переодеваются? Или окна нормально здесь? Да нет, то есть, ну ладно. Где-то более косметический, где-то более серьезный ремонт. Обновление групп, благоустройство территории – все это нужно для того, чтобы дети чувствовали себя как дома. Напомним, что на ремонт дошкольных учреждений в этом году из республиканского бюджета выделено 2 миллиона рублей. Из городского бюджета – более 6 миллионов рублей. На эти средства меняются старые деревянные окна на современные пластиковые. Также закуплена новая детская мебель, оборудованные спортивные залы – всем необходимым. В дошкольном учреждении «Ромашка» подходит к концу ремонт бассейна. Изюминкой стала саморегулирующая вытяжка для поддержания температуры. Вытяжка, вот, да? Да. То есть выставляется режим, если остывает воздух до определенного, нагнетает тепло, если наоборот, то... А вот в детском саду «Золотая рыбка» предусмотрена одна группа для детей с ограниченными возможностями. Здание полностью соответствует для таких дошкольников. Это единственная группа, она пусть краткосрочно, на 2-3 часа сюда дети попадают, не кушают, но зато у мам есть возможность вот их сдать. А что они тут делают? Вот они приходят, у них там есть приемная пока, которую мы сейчас хотим демонтировать. Приходят и специалисты по графику работают, лекотека, с каждым ребенком отдельно. Приходят специалисты их... разбирают в музыкальный зал, в бассейн, в спортивный зал. Глава администрации обратил внимание на специальное кресло для детей с ограниченными возможностями. По словам директора, эта мебель была подарена благотворительным фондом. Также в физкабинете стоит оборудование для приготовления кислородного коктейля. Глава сам оценил этот напиток. Мы по графику сделали какой-то вот такой график. В дошкольном учреждении «Красная шапочка» ремонтные работы полностью завершились. Выделенные средства использованы, детские комнаты благоустроены. Все готово к началу учебного года. В этом году из местного бюджета нам была выделена сумма денег, которая направлена была на замену старых оконных блоков на новые пластиковые. В том числе мы смогли заменить запасные выходы, тоже старые запасные выходы убрали, поставили пластиковые выходы. Плюс ко всему, в этом году мы сделали реорганизацию в плане помещений туалетных комнат, которые тоже не соответствовали требованиям СанПин. Мы полностью провели реконструкцию, поломали ненужные перегородки и отремонтировали все туалетные комнаты. Вот за летний период мы подготовили полностью весь корпус для того, чтобы детям было комфортно, уютно и безопасно. Комиссия во главе с градоначальником уже сложила свое мнение о проделанной работе. Теперь оценка за детьми и их родителями. Садик должен привлекать себя прекрасным видом, хорошим ремонтом, хорошим питанием и прекрасным педсоставом. Наверное, это самое главное для ребенка. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».